Ребята, с вами Ёжик, и сегодня у нас такой туториал по раскрутке страницы ВКонтакте. Точнее, не раскрутке, а накрутке лайков, накрутке лайков, подписчиков, репостов, там, все такое, в общем. Вам нужно зайти на сайт FastLiker. Ну, давайте покажу тебе. Итак, ребята, вот этот сайт, что нужно сделать, чтобы на нем как бы зарегистрироваться. Там нажимаете войти, тут вам нужно ссылку на вашу страницу ВКонтакте. Вот моя страница, сейчас копируем ссылочку и вставляем и нажимаем войти. Далее нужно поставить лайк, вот здесь поставить лайк, чтобы для подтверждения как бы лайк не найден. Почему лайк не найден? Вот лайк, и закрывайте. И сейчас вы попадете на... Ну, точнее, я попаду на сайт. Вот сайт, и тут изначально у вас будет 100 сердечек. Это 100 баллов. Итак, как вообще тут нужно зарабатывать? Вам нужно, в общем... вот если ВКонтакте, допустим, тут можно ставить лайки, репосты, друзья и группы. Как это работает? Нажимаете сюда. И ставите лайк. Лайк поставили, получили балл, да? Ну, это обновляется, и вы получаете свои баллы. Вот таким образом можно также делать репосты, друзья, группы и так далее. Ну, блин, тут вообще обновляю. Тут фигово, блин, на этом компьютере. Ну, это не мой компьютер сейчас. Фигово на нем как бы. Но, ладно, неважно. Вообще, давайте, вот если вот вы заработали баллы, как вам нужно как вам нужно накручивать? У вас тут будет такая фигнюшка добавиться питание. Нажимаете сюда. Тут будет выбираться сеть. Ну, допустим, в моем случае это ВКонтакте, накрутить, допустим. Ну, давайте лайки накрутим. Вот, накрутим вот на вот эту вот фотографию, да? Берем. Копируем ссылочку. Вот мы скопировали ссылку. И пишите любое название там, допустим. Так, Sony, да? Ссылку вставляете вот сюда вот как раз. Лайк. Ну, оптимально один, допустим. Ну, для меня не один, допустим, я поставляю. Сколько тут? 5, да? Количество. Нужно количество на сколько? 15. Значит, ну, давайте просто поставим. Ну, 12, да? 12,60. 14. Возьмем 14 и нажимаем «Заказать». Заказ добавлен. Теперь нажимаете «Моя страница». И вот тут у вас будет задание. Соня. Там имя и аватар как бы страница появляется. В общем, что обновляете, ждете, когда выполнится. 107%. Офигеть, как это быстро делается. Чем больше сайт, тем быстрее выполняется. Вот смотрите. Мы заказали 14, а уже у меня... Ё-моё. Офигеть, ребята, на этом сайте накручивать теперь намного больше, чем нужно. Допустим, поставили вы 10, накрутится 50, 60. Потому что вы поставили много баллов. А чем меньше баллов, тем меньше дольше будет накручиваться. Поставили 10, будет 10. И выполняться будет долго. Ну, в общем, вот так, ребята, это накручивается. Чтобы напрягать страницу долго. Блин, это ерунда. В общем, ну, 59 накрутилось, и все, в общем, это нормально. Но вот так вот накручивается. Ссылка на сайт в описании. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ёжик. Подписывайтесь на мой канал и на мой контакт тоже. Всем бай-бай.